Всем привет. И мы находимся у парку. Да, это парк, кстати, молодежный парк, кстати, молодежно-балдежный, ребят. Очень прикольный парк. Серега наплел, это ты наплел тут паутину эту? Ну, с ковров, братан, то, что пихали, блядь, понял, все по нужде, блядь, все, что спихивали. Доски, да, все. Конечно. Ребята, что хотим сказать, сегодня вышел влог Супер СУС с нашим участием. И мы только что, сами только что посмотрели. Оставим ссылку в описании. Смеялись пиздец, блядь. Очень интересный влог. Вторая серия будет. И дальше будет еще будет вообще интересно. Будет очень круто, да. Так что заходите на канал, мы оставим ссылку в описании к Супер СУСу. Смотрите с нашим участием видос. Ну и еще хотим вам сказать спасибо Биг Бро. Да, Александр, тебе огромное спасибо. То есть вчера вечер был очень замечательный. И мы были вчера, еще раз повторяем, мы были на премьере фильма. Давай танцуй. Это наш украинский. Хотел сказать, давай танцуй, пока молодой, прикинь. Называется «Давай танцуй». Это наш украинский фильм нашего производства. Молодцы, сняли очень круто. Интересный сюжет, интересные актеры. Много локаций из Киева, вообще масса. Приятно то есть, смотреть, когда смотришь, везде знакомые места. То есть, вообще для киевлян будет очень, рекомендуем, очень прикольно посмотреть все знакомые места. Ну и спасибо мультиплексу тоже за то, что... Мультиплекс. За попкорн, да. Тоже. За попкорн, за вот эти сидушки. За кресло. Там, именно, за удобство, вообще класс. Красавцы, нас вдохнули четко. И фильм понравился, блядь, вообще, блядь. Ну, мне понравился. Легко, допустим. Смотрится легко. Молодежная комедия, короче, интересно. Ну и самое главное, сегодня, в субботу, какое число у нас, братанчик? 20 какое-то, блядь, ебай, я постоянно в этих числах. 23 марта. 23 марта, 2019 год. 19.00. У нас сегодня пройдет на нашем канале стрим. Как ты любишь говорить? Стрим, ребята, да, сегодня стрим. Короче, заходите все к нам. Будем сегодня... Все полностью к нам. Заходите, вообще, целой ребята. Толпой. Заваливайте, будет стрим. Так что всех ждем. До вечера. Хорошего дня. Отличных выходных. Всех любим, обнимаем крепко. Быть добру, не употребляйте наркоту. И бывшие наркоманы бывают. Так же самое. И мы разбиваем. И мы разбиваем эти стереотипы, мы их разобьем. Смотрите дальше, вы сами все увидите и убедитесь. У наркоту. Иисус красавчик, привет да, тебе. Иисус, привет. Это наше трое, трое нас трое. И если ты на трое настроен, мы тебя расстроим. Нихуя себе у тебя тёлочки, братан. Мои, блядь, братан, именно, да? Родненькие, сука. Снялся, короче, в фильме, блядь, «Свингеры». Это уже очень давно, сейчас мы выпускаем вторую серию, ребята, так что ждите. Вы офигеете, что я там исполняю с этими девочками, короче. А какая тебе больше нравится, черненькая или светленькая? Братан, блядь, ну черненькая, блядь, ты и светленькая, сука. Так тоже это, неплохо. Поделишься? Это как кофе с молоком, бля, братан. Как американо с молоком, понимаешь? Говорю, поделишься да, какой-нибудь? Какой, братан? Все. Нифига. Никакого дерибана, блядь. Мои. Всем здорово, ребята. Мы, короче, блядь, ждем, приехали, бля, вообще. Всем привет. Куда мы приехали, братан? Нас пригласили на... Забыл это название слово. На премьеру, братан. На премьеру нас пригласили. Короче, говорят, фильм будет какой-то какой-то кинокомедия-боевик, да, братан? Танцевальный боевик. А, даже так. Это как индийский фильм, короче. Танцуй, мы еще не знаем. Танцуй, танцуй, пока молодой, короче. Что-то связано с танцами, короче, и с боевиками. Сидим без билетов, короче, пошли знать эти фуфайки, короче, нам говорят билет. И я говорю, я в фильме. Какой билет? Ну, я в «Свингере» в фильме снимался недавно. Какой самый билет? Главный «Свингер». Ну, короче, пролезла без билетов. Ну, будем это, что, будем держать в курсе, что вообще мы делаем, мы даже сами еще сейчас не понимаем. Сейчас пока пришли, нас никто не встречает, вообще не можем понять, что такое. Мультиплекс, типа, для нас организовал эту движуху, где-то что-то не видно. А этот, потом, мультиплекс? Ага. Сейчас посмотрим, мультиплекс он или мультипрекс. Да. Сейчас будем вас держать в курсе. Да, что вообще такое изнутри, короче, мы сейчас узнаем. Ну, как обычно. Что такое мультиплекс. Хотя тут же ж нельзя снимать, братан. Бля, нам можно, потому что все мультиплекс, нахуй, братан. Все можно. Видишь, мы пришли, пришли на премьеру, уже за нас все подготовили, все. Даже есть кнопочки всякие. Братан, это все, бля, это все мультиплекс.
мультиплекс. Мультиплекс, да, нормально нас веселит. Вообще, везде расставил нам попкорн, правда, мало. Мы сейчас здесь посидим, похаваем и пересядем. Бля, орёт. Ладно, потом. Так, что ты расскажешь? Тебе фильм понравился? Фильм вообще, ну, бля, вообще класс. Мне понравился, да. Как называется фильм? Танцуй. Короче, братан. Давай танцуй. А, давай танцуй. Да. Там было все. Фильме... Реально в этом фильме было все. В этом фильме снимался наш друг, хороший друг. Саня, Биг Бро, сейчас мы его покажем. Фильм, ну, реально, ребята, советую. На реальных событиях. Он скоро выйдет, этот фильм вообще бомба. Да. Александр, поздравляю. Да. Это премьера большое, была, да? Это была премьера, это был мой дебют в большом медре, так скажем, в кинематографе. Классно, позитивно, класс, мне вообще. Очень понравилось. Фильм бомба, нам тоже очень сильно понравилось. Да. Рекомендуем. Всем, да, давай приходите танцуй. На «Давай танцуй». Да, реально. Нам понравилось. Да, позитивный фильмец. Да, красавчик. Да. Пацаны, вам как, понравилось? А вам все зашибись, конечно. Это же Биг Бро. Как он может не понравиться? Базара нема. Ну все тогда. Движуха была классная вообще. Очень много людей. Очень-очень позитивно. Конечно, давай. Согласен. Типа, выкладывать локации, И снят очень круто, если на самом деле пошла бы, мне понравилось. Все кружится. Ну это люкс-зал. Очень крутой. Сидушки вот эти. Да, кстати. Вообще, попкорна вообще валом. Четыре банки посидим. Можно было обсыпаться, бля, кстати, бля. Да, надо было устроить. Не, четко. Вот, ребята, мы едем, возвращаемся уже с мультиплекса. Все нормально, на расслабоне. Блядь!